Константин Отович уже да. Да, мы являемся структурным подразделением нашего завода «Биофарма». Мы занимаемся заготовкой и переработкой плазмы людей. Мы приглашаем всех, кто желает стать донором, сдать плазму. Мы принимаем плазму как обычную, так и плазму людей, которые переболели коронавирусом. В нашем центре можно сдать плазму, можно проанализировать свое состояние здоровья, сдать общий анализ крови. Мы также гепатит Б, гепатит С, инфекции, и также на коронавирус можем обследовать, на антитела. Все эти анализы мы берем бесплатно. Также получает донор консультацию терапевта. Еще мы оплачиваем дополнительную компенсацию. Если сдает донор 650 мл плазмы, мы оплачиваем от 260 до 300 гривен в зависимости от количества плазмы, которое сдает донор. Если подтверждается анализом, что есть антитела, то донор сдает, то донор получает 1000 гривен компенсацию. Эта плазма используется для онкоотделения, онкогематологического отделения, также в ожоговом центре может использоваться препараты, которые делаются на основе плазмы. Спасибо.